Мох не так безобиден, как кажется. Он уплотняет почву и повышает ее кислотность, ухудшает испарение влаги и становится причиной заболачивания. Особенно мох вреден для газона. Если с ним не бороться, то со временем он может вытеснить злаковые травы. Давайте разберемся, почему же появляется мох. Причина в благоприятных условиях. В опасности затененные участки с тяжелым грунтом, места с высокой влажностью из-за близкого расположения грунтовых вод и почва с повышенной кислотностью. Уничтожить мох, лишайники и любую другую нежелательную растительность вам поможет мохов. Для приготовления раствора нужно развести от 100 до 200 мл препарата в 3 литрах воды. И этого количества вам хватит для обработки 100 квадратных метров. Мохов – это биологический гербицид на основе пеларгоновой кислоты. Он уничтожает только те части растения, на которые был нанесен. Средство начинает действовать уже в течение 2-3 часов после обработки. На сорняках сначала появляются краевые ожоги, а мох и лишайники буреют. Полностью растение высыхает в течение нескольких дней. Быстрый, эффективный, ну и самое главное, биологический способ победить нежелательную растительность мохов не накапливается в почве и очень быстро разлагается до безопасных соединений. Препарат удобно использовать для точечного уничтожения мха на газоне. И вот уже через несколько дней на освобожденные места можно будет подсеять новую траву. А еще им можно обработать дорожки, отмостки и другие подобные места.